Привет всем любителям средневековых стратегий, а в частности Европки 4. Ну, по традиции хочу у вас попросить, чтобы вы подписались на канал. Значит, нажали колокольчик, написали комментарий, поставили лайк, а уже после этого смотрели. И уже, ну, наверное, вы это сделали, раз вас так хорошенько попросил, да? Приятного просмотра. Опа, новый свет манит. Первый проходит, шанс заселения колонии, прирост поселенцев. Бу-ху-ху, солидно, шанс 21%. Может, шанс это больше делает окситанское, не знаю. Профессионализм армии увеличен, нового уровня. Ура, 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 ура. Можно строить склады снабжения. Что нам дает склад снабжения? Вопросик. Склад снабжения, хочу я построить склад снабжения. Модификаторы лимита снабжения. Сумасшествие, просто такой баф дикий. Фу, я не знаю, как сказать. Тупо бесполезная фигня. Решение. Стрелковые полки. Содержание армии плюс прирост вымуштрованности. Насрать. Вот так вот делаем. Вот так можно включить. Опа, урбанизация. Так, Берри, Фигери. Ну, соточку потратим, что, плюсик получим. В каком мы месте? Мы на третьем месте после османов. Фу, имейте в виду, кто тут это, товарищ крутой. Тупо. А что с Москвой? Почему у нее институты вообще беда? А, у нас колониализма нету института. Как вы считаете, это будет у Португалии или у нас? Я считаю, что у Португалии тупо дикаря. Тупо дикарь, колонизация Португалия. Новый соперник, держава Арагон. Четко, четко. Ксакса. Еще 3 года мы будем чилить. Да ну давайте, что тут? Пошлин, время пути. Ну блин, ну что это такое? Ну что это? Выселение меньшинств, лимит флота. Давайте, что? А что, отказываться что ли? Боевой дух армии плюс 20, что? Вопросы? Что? Тю. Тренируемся, ребят. Военная коалиция, Бургундия против нас. Фи-фи-фи-фи-фи-фи. Как же она нападут на вас теперь, а? Бургундия. Здание суда. Ну, это подкопим, подкопим. Монетки, эти монетки, говорю. Очки есть. Очки есть. Папа. Папа из Франции. Четко. Выбрана золотая булла. Офигеть. Святейший престол. Чего это хоть дает-то? Ничего не шарю. Повышение развития, веротерпимость к язычникам. Очуметь. Мы что-то имеем, мы что-то не можем. Нолик, ну. Отдыхаем, в общем. Советник опять погиб. Боже мой, шо, как вы гибнете? Престиж плюзик. Опа. Все, денег нет тупо. Византийские беженцы. А он что, только сейчас вот убили Византию? А, дипачки, техи, ну давайте, давайте, что, 519 год, нормас, рыба, вы кто по горосу, ладно, не буду так шутить. Арагон в военную коалицию вступил, боже, спаси королеву, фух. Не, ну все плохо так-то, нас обкладывают со всех сторон, как мы Бургундии будем побеждать, я вообще не представляю, абсолютно. Лимит управления, кстати, скоро будет. Но это не так уж и страшно, как могло нам показаться бы, да? Что такое? Гусизм, православие, фе... Кстати, гусизм есть вообще на... Да, есть. Еще. Красивая, кстати, картиночка. Нормас. Ясно. Они вообще все плохо. Они не хотят ничего делать. Возможно, тут что-то мы сможем попросить проход войск. Плюсик. Бенч. Но это при... Это о нас мнение увеличилось. Они не хотят. Ничего, да? Ну, не хотят и не хотят как бы насрать на них. Мы лучше коалицию позбавим. Правильно? Даже пополезнее будет всяко. Союзники все-таки. Бранденбург. Кто жестче? А! Жесткий Бранденбург, ничего не скажу. Они владеют Ансбург и Байрот. Это Богемия. Как себя чувствует Богемия? Венгрия, Польша, Австрия. Ну, кстати, одни у нас противники одни. Все. Бэч, Богемия. Союзик с Богемией. Так. 8 из 8. Все, отдыхаем. Боже, когда ты прекратишь войну? Как, что мне делать? Что мне сделать, чтобы меня отпустили? Просто отпустите меня. Динбрак. Изи. Изи Динбрак. По новой идейке. Военные традиции. Военные традиции я себе чисто напомню. Это вот это, да?
Ну, давайте военные традиции. Хотя тут уже совсем капелюшечки, 2 года всего. Возможно, стоит покопить, я думаю. Да, покопим, покопим, нормально. Кстати, я так подозреваю, у нас тут опустошение, да, на землях, то, что нас блокирует. Неприятно. Новости неприятные так-то. Опа, полное поражение. Так, с нас ничего не взяли? Военная коалиция, денежек. Возможно, мы репарации платим. Колонии. По займам, содержать. Ну, все четко, все четко. Ребята, Томонд, хо-хо-хо, нормально. Сейчас Ирландию создаст. Так, ну все, у нас все четко. Эти лохи то. О-хо-хо-хо. Ребята, снимаю шляпу. Может, нам тупо не позориться, союзик разорвать? Не знаю, не знаю. Не знаю. Коалиции, боже, коалиции летят. Тихо, 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 тихо. А кто в коалиции, кстати, войдет? Ну, какие-то лохи, на самом деле. Нам бы, на деле, было бы неплохо с этой коалицией повоевать, чтобы с Бургундией что-нибудь стрясти. Но разве у нас это получится? Главное, чтобы Австрия не вступилась. Это самое главное. Чтобы Австрия не вступилась. Хотя проще, проще вот так вот сделать. Вот так вот тыкнуть. Разъяренные соседи. Все, все. Исследователь готов. Четко. Повышаем, наверное, содержание флета. Флета. Это лето кокосе. Так, этих ребяток мы направляем, понятно, чем заниматься. Вот так вот. Морячки есть так-то. Морячки, боровички. Давайте в экспедицию западно. Что такое? Североатлантическое побережье. Поехали. Или море, что там было. Господин, ху, мощь натиска 5. Фу. Наша колония все растет и растет. Блин, сколько лет прошло, она все растет. Ну так-то да, это дело не быстрое. Опа, все, поехали. Бенч, верфи. Бенч, суд. И сейчас еще военные техи, и мы тупо убийцы. Что такое? Единообразие. Стоимость внедрения института, не думаю, что страшно. Миссионеры, пока нам не нужны. Пока нам не нужны. А что нам тут это? Техи, да? Ну, если что, используем. Используем, чтобы крестить. Пенсия завершена. Мы открыли Гренландию. Ну, четко. Давайте что-нибудь еще. Нам хотя бы престиж за это дают, я не понимаю. Ну, давайте что изучать. Будем изучать всякое. Североатлантическое побережье. Вы куда, ребятки? В Гренландию, ну, как обычно, что. Безграничное море, число моряков увеличивается, приятно. О-о-о-о-о-о-о-о-о, вот оно что. Я вообще не понимал, что делаю, но теперь державы Франции сгоняют меньшинство из провинции. Каждый месяц есть 16% шанс увеличить население 25. Солидно. Так это имба получается, что ли? Это тупо имба, колонизаторская имба. Ну-ка смотрим. Смотрим. Ну это, наверное, с шансом этим 16% оно повышается. Или еще. Или нет, я не знаю. Ну ладно. Видать, полезная фигня. Фигню я выбрал, да? Полезная. Страсть. И 8-е техи, военки. Кстати, мортиры, чё? А я их не покупал, да? Ха. Забавно выходит. Тихо, тихо. Нужно парочку прикупить так-то в армию себе. Вот так вот. А что, я позорюсь, блин? Без пушек езжу. Так. Давайте парочку этих распустить. Бандитов, несомненно. Но мы их распускаем и парочку пушек покупаем. Перевооружение. Так. Способности. Что нам хотят сделать? Агрессивное расширение. Тут на самом деле все уже более-менее бесполезное. Ох, чем дольше я играю, тем меньше, мне кажется, что я... тем больше кажется, что я зря принял сейчас золотой век, не знаю. Тупо про, мастера, гетто, банда. Объясните мне в комментариях, что я сделал не так. Я тут так подумал, если мы атакуем Бургундию, то тут галочка... Ну, Арагон может отпасть, то Австрия с галочкой, а Австрия с галочкой, это я прошу прощения, Венгрия. А Венгрия это... И вот это вот все то... Ой, я просто не представляю. Можем ли мы... Покинул коалицию. Можем ли мы вступить как-то в Священную Римскую империю? Друзья, вопрос жизни и смерти. Как мне это сделать? Я не понимаю. У нас противник Австрия, значит, мы, наверное, в любом случае не сможем, да? Или сможем, подождите. Где тут кнопочка «Сри»? Вот тут. А ее и нету у нас.
Ой, как непросто жить, как же непросто жить, как же страшно жить. И причем никакого события на смерть монарха, он живее всех живых. Ну что, может земельку отобрать тупо? Давайте отберем как бандиты. О, бандитский Петербург. Так, мы вот так вот, наверное, сделаем. И сейчас подойдем, пушечки опробуем на протестующих, как принято у нас в мировой практике. Так, экспедиция завершена, четко. Сможем вот так вот сделать, наверное, вот так вот, пятерочка. Бенч, минус, и сюда бенч, минус. Ну все четко, по-моему, все прекрасно вообще. Так, сейчас оно автоматически сейчас спадет, осада, да? Ребятки, вы не рыпайтесь, все в порядке, все нормально. Все вот так вот можно сделать себе. Че тут у нас хотят? Дипочки у нас жесткие, говорят нам, да? Свободные земли, стоимость выселения меньшинств минус. Кстати, дипка, что у нас на дипку еще можно взять? Дипломатические, торговые, идеи морские, идеи влияния. Как ты меня не радует это все на самом деле. Просто дипочков просто гора, не знаю, что с ней делать. Вот так можем сделать, наконец-то баланс будет хоть какой-то, все. Дипочки теперь не куча гора, но все равно немало. Ребятки, вы что от нас хотите, простите? Просто мантуя, просто проход, нет? Прости, мантуя. Морская доктрина, давайте содержание флота, а что нам, пацанам? Что по денежкам, денежки. Ничего не поменялось. Возможно, оно сразу меняется. Так, скоро у нас техи будут. И тут как бы Срани караки. На караку перейдем. Это будет через 11 лет. Просто дичь. С ней мы никогда не повоюем, да. Очень жаль. Кастирия, ты как себя чувствуешь? С кем ты воюешь? О боже. Можно как-нибудь через бокового друга, через трик-тирик-тик-тик, через Гельдерн, возможно, через Арагорн. Ага, значит, если мы атакуем, то Литва это, блин, отдельный разговор, то Бургундия через Арагон можем развалить Бургундию. Поэтому нам нужно претензии, допустим, на вот это. Что это? Каталанская. Ты с кем воюешь? Милан, Папская область, ясно. Он от Милана огребает, понятно. Так, давайте шпионскую сеть. И будем уже через Арагон пилить как-то все это. Потому что это единственный их союзник, который не в Священной Римской империи, по-моему, единственный. Вообще единственный. Вообще жесть. Друзья, вы как-то умираете там что-то, нет? Все в порядке у вас? Так, экспедиция. Юг Атлантики, поехали. Кстан, Бреттань. Ты не хочешь повоевать? У тебя в союзниках Англия, но разве это нас это останавливало хоть когда? Ой, Бреттань, за две провинции чисто воевать. А тем более у нас нету клейма на них, да? Ну давайте с Арагоном разберемся, там уже будет видно. Итак, претензия готова. Смотрим, ребятки. Сейчас нужно внимательно, я сейчас сосредоточусь и попытаюсь все просчитать. Тупо это... Запущу процессы химические, биофизиологические. Смотрим. Я сейчас завоевываю... Вот катаюсь, Кастилью можно, да, с собой взять. Я сейчас... Там их тупо разрываем. Так вот, я сейчас беру... объявляю войну. За них вступается Неаполь, насрать сам Арагон... Это, понятно, Литва, которая хрен знает, когда придет. И Бургундия, что самое главное. Где у них может быть войско вообще? В основном вот тут вот и вот тут вот на пятачке. Это важный пятачок, он нам нужен. Эта армия как-то пытается сдерживать что-то тут. Это делать грязь тут. Либо две армии на подстраховочке, наверное, тут будут грязь наводить. Это вот здесь. Стоит ли нам вообще что-то тут делать вообще? Рыпаться как-то, не знаю. Возможно, маленькую армию сюда, но это уже лень мне передвигать. Ну что, будем делать грязь, пробовать. Давайте сохранимся. Вива ля Франс. Тихо. Так, сейчас подождем, пока у них это пополнится. Потому что пот утирая со лба страшно, дико. А что у них по флоту? Непонятно, кстати, что у них по флоту. А где наш флот? А, ребята, всех, как дела? Привет всем. Ясно, вы не скоро, да? Вы, ребятки, не скоро приедете, да? Ну ладно, отдыхайте, что...
К Южному полюсу отправились мужички отдыхать, оттягиваться. Так, у нас за нами, знаете, что за нами? За нами Москва, за нами Париж, за нами что угодно. За нами, знаете, что Мадрид, но пасаран, и у нас тут 20 боевой дух армии и мощь пехоты плюс десяточка. Сомневаюсь, что такие же жесткие будут наши противники, но не нужно их недооценивать. Туземцы атакуют, боже, первая битва. Победа, значит, мы и там победим. Все, готовы все? Все у нас готовочки? Vive la France. Еще раз сохраняешь. Еще раз. Вообще, нам нужно вот эти провинции забрать. И вот этот пятачок. А, да? Похоже на это. Ну, давайте. Давайте пробовать. Опять же, если он второстепенный этот противник, то вам очень непросто будет. Ну, ладно. Покашляли. Кастиля за так соглашается. Ну что, Vive la France. Ура! Поехали. Ну что, ребятки, вы тут, наверное, стойте. Просто чилите, отдыхайте. А вы сюда. Вы давайте сюда. Сейчас мы тупо на поддержку. Ага, у нас тут король тупо воюет. Убийца, да? Уничтожитель. Ну да ладно, да. Ну ладно. Вот так вот будет стоять. Но мы на поддержке тупо. Мы поддержка. Мы мастера поддержки. Моральной, физической, биологической. Качественная шерсть. Приятно. Надеюсь, что будет просто. Очень сильно надеюсь. Как тут? Столица, кстати, единичка. А, вот это да. Кстати, как у нас. Париж у нас тоже единичка. О, ребята. Вы молодцы. Все, армию сюда собрали, да? Давайте, сейчас мы сделаем, знаете, как мы сделаем? Сейчас мы тупо грязь будем делать. Смотрите, подходим сюда. Мы сможем сейчас так сделать? Сможем. Тут единичка стоит, тут вот мы. Идем. Подходим, не стесняемся. Вот так вот стоим. Вот так вот встали. Вот так вот атакуем, внимание. И вот так вот под поддержку. Самостоятельность колонии, с катертью дорога. Так, тихо. Тихо, что случилось? Споры между сословиями. Мне так насрать, ребята. Ладно, лояльность не так страшна. Так, вот так вот делаем. Тупо уничтожаем их. Одно очечко, одно всего. Чего это такое? Давайте вы, ребятки, сюда. Вы, ребята, вот обратно. Правда, блин, было бы неплохо их добить по дороге. Но мы не сможем тут миллиард этих крепостей. Миллиард. Мы не сможем это сделать. Ребята, вы как тут? Да вам тут прекрасно, я считаю. А зачем нам тут, кстати, армия? Тут Кастилия разберется. Все, поехали тут дальше осаждать. Какие проблемы вообще? А вы что? Вы можете так вот пройти? Не можете. А до этого могли? Не знаю. Давайте сюда. Мы тупо убийцы, кажется. Мы кажемся убийцами. Так. Капец, тут три провинции с тремя крепостями подряд. Хорошо. Кстати, это Литва дошла. Кстати. А Литва это страшно, если они вместе будут. Так, тихо. Мы вот так вот отойдем быстренько. Нехватка воды, так. Так. Что-то, какая-то грязь мутится, так. Мутится грязь. Тихо, 38 тысяч, 40. Мутится грязь, тихо. Осада, возможно, отсюда нужно уводить, ребят. Тихо, 42. Ребята, не подкачайте. Так, 17 тысяч, возможно, стоит опрокинуть их. Стоит. Так, стоит. Поехали их опрокидывать. Мы вот то сюда подходим сюда. Вы, ребята, не отставайте. Вот так вот делаем. Все, пошли их опрокидывать. Все, пошли, ребята. Девяточка, влетаем. Хоп, не нужна девяточка, все. Фу, солидно. Видали, какой напряг? Тупо напряжение, аж воздух трещит от напряжения. Так. Вы сюда, ребяточки, вы тоже как-нибудь рядом постойте, хорошо? Идет. Девяточка, ну сюда давай. Вы что, ребят, вы куда? Ага, давайте. Мы не успеем, конечно же не успеем, о чем я вообще? Ага. Успеваем? А вы куда? Вы, кстати, куда? Куда-то вы пошли. Неужели Арагону помогать? Вы что, серьезно? Вы что, шутите? Вы штутите? Минус челик. Ой, жалко. Подожди, осада завершена. Солидно, четко. Пошли столицу осаждать, что ли? Капец, а что-то вообще мы рвем и мечем. Вообще убийца. Дикий убийца, вообще. Вообще дикий. Так, тихо.
Мы солидные так-то, ребятки, тихо. 14 тысяч у нас еще свободных есть, да? Кстати, самостоятельность колонии, раз уж такое, что-то я пропустил этот момент. Да, у нас все-таки побольше, 16 развития. Давайте вот так вот еще сделаем. Окситанская или гасконская. Четверочка, да? Вот эту четверочку, давайте гасконцев тупо отправим. Вот так вот делаем. Так, смотрим дальше. Мы, дикари, ни одну нашу провинцию, ни одну битву не проиграли. Возможно, вассалы наши, если только проиграли. Ну, на этом все. Столица осаждается потихонечку. Так. Люксембург. Поехали осаждать. Хотя, это, резерв должен стоять, да? Ну как, ребята? Ага. Минус 9 тысяч противника. Бенч. Все, стоим. Стоим, отдыхаем в союзной крепости. Если крепость союзная, значит, нам дают плюсик к атаке. Это я знаю, это я, можно сказать, про игрок тупо number one. Уличный хулиган. Так. Я глава войны, значит, никто из нее не выйдет просто так, если только жареным не запахнет. Так, Литва, ты не хочешь мир? Не хочешь? Не, вообще не хочет. Бургундия средняя. Ну, средняя, это понятно, почему средняя. Угу. Так, осада завершена. Столица. Еще осада завершена. Так, солидно, столица. Люксембург, это сюда поехать. Так, шайка-лейка подъехала, да? Ребят, тогда может быть отмена? Отмена охрана. Отмена охрана. Ага, тут уже все, перебор, да? Ну, блин, вот не знаю. Ну, 7 тысяч пускай осаждают, а мы сейчас вот так вот будем делать. У нас... Ага, мы, в принципе, не можем туда пройти. Ребята, вы как? Нифига, наши вассалы тут по 13 тысяч собрали. Ху-у-у. Ничего, так-то нормально. Ну, давайте вот так вот поделаем. У нас никого нет на осаду, да? А, тихо, отмена. Вот сюда идите. Вы, ребята, идите, осаждайте. Мы вот так вот станем. Ох, тут напряжение, воздух трещит. Тихо, что у нас? Админ очки превышено, да? Серьезно? Админ очки? У нас никакой нету идеи на админ очки, что нам делать. Опа, секундочку, звоночек. Так вот, админ очки, да? А что на админ очки вообще можно дикого сделать? Так вот, если я вот сейчас поговорил по телефону, могу отвлечься, могу себе позволить. Говорят, админ очки это очень полезная штука, но куда их тратить, я сейчас не знаю. На 44, что тут можно сделать? Священники, дворяне. Вот дворяне, давайте, дворяне. Изменение военных очков плюс один. Бенч, готово. Приятно, да? Ладно, просто поднимем этот, финтифлюшку эту, как оно, развитие сейчас поднимем. Ну вот, подняли чутка, чутка подняли мы, ну все, дикари. Сколько у нас развития в стране? Развитие 630, это развитие, да? 638, солидно. Так, ну ладно, сидим, отдыхаем, сидим. Тут у нас идет осада, сейчас, опа, ошибка, ребята. Уходить, не уходить, наверное. Не знаю, но попробуем, сейчас попробуем. Дикость сделать, тупо дикость. Неаполь, а, уходит, ясно, понял все. Мужик понял все без слов. Так, а куда тут Литва собралась, прости? Ага, сразу ушла, все, понял все. Порты блокированы, это кто? Бургундия, кстати, Бургундия, у вас такой флот вообще слабенький. А где наш? Он не вернулся, нет? Он возвращается, только, причем в нашей колонии возвращается. Как там дела, ребятки? Все нормально? Немножечко пошло, да? Ну хорошо. Ой, стабильность минус один. Кстати, на стабильность можно было потратить. Ну ладно. Тихи, наверное, будем. Лояльность минус, лояльность плюс. Ну давайте тихи. Тихо, раз уж такое дело. Экспедиция завершена. Вы, ребята, ага. Вы, ребята, вообще so smart. Очень умные вообще, умницы. Давайте сюда вы отправитесь. В Калаис. Калаис, да? Такое тупое название. И правда, правильно назвал с первого раза. Ну что, может кого-нибудь тупо пойти? Что у нас армия просто так стоит на подмоге? Мы в минусе, да? А, 0,28. Что такое? Это, считай, не минус. Фу, Кастилия подъехала. Так, Литва. Литва вообще в бой рвется только так. Только пятки сверкают. Ага, тут у нас осада. Все дела. Ага, осада за... Это где? А вот тут осада. О, ребята. А, не. Жалею вас тупо. Просто жалею вас. Пацаны. Хоп. Поехали, все. Тихо, престиж. Что такое? Королева Изабель. Плотские желания. Престиж минус. Можно денежки, беспорядки... Папская власть. Что такое? Престиж минус. Ну какая разница? Пускай минус престиж будет. Так, 15 тысяч. Давайте сюда их.
подведем. Вы, литовцы, как у вас дела? Давайте как-нибудь... Ну, как-нибудь, возможно, вот так вот вы пойдете сейчас в Льеж. Тупо Льеж. Тупо ложь, Льеж. А, ну и все, наверное, да? Вы будете дальше осаждать потихонечку. Мы лучшие, ура! Ура! Престиж ушел, престиж пришел. Воентехи можно новые принять, да? Военные традиции. А я разве не принимал их? А, не, я копил, точно, я копил. Опа, осада завершена. Это где? Это вот тут. И наша маленькая недоармия сейчас превратится в нормальную. Хорошо, хорошо, сейчас. Сейчас осада пройдет в Льеже. И мы тупо, знаете, что делаем? А, разбиваем Литву. Побережье Тунис там разграбляет, как обычно. Как бы ничего удивительного. Вы, ребята, сюда не сможете пройти так просто. О! Стоп! Вы что? Вы что, все плохо, да? Настолько все плохо? Ну ладно, давайте вы немножко починитесь, и сейчас Бургундию попробуем развалить. И флот, имею в виду. О, минус это. Так, так, так. Че, пробуем? Одна единица, генерал. Бенч. Не, ну солидно, мы их убиваем чисто из-за этого. Как оно? О боже, дай бог памяти. Из-за престижа, хочу сказать. Боевого духа мы разваливаем их очень быстро. Они бегут от нас просто как пуля. Как пуля просто летят от нас. О, сепаратисты сейчас литовцам понадают. А нет, извините, это Ахен, да? Ну ладно. О, ребята, вы чё? А, понятно, понятно. Не, ребята, вы отдыхайте, наверное. Продолжайте отдыхать. Опа, осада завершена. Ребята, ой, плохо будет. Литва, беги, беги. А чуть-чуть мы там всего убили, подожди. О, бенч, готово. Не, ну мы их это немножко остановили, да? А это кто? Это не противник наш? Подожди, кто у нас противник? А, не, не противник, хорошо. Хорошо. Ну все, тут немножко осада осталась одна всего. Опять этих... Вы как, починились? Ну вы, конечно, долгие, ребят, вообще не могу. Вообще тупо не могу, поражаюсь вам. Литва! Выйди из войны, сука. Ну ладно. Ну чё, высадку делаем или чё? Не знаю, Литва это, конечно, дрянь та ещё. Тупо дрянь. Они же как-то идут к нам, правильно? Давайте мы к ним сходим. Чё, давайте сходим. Вот эти вот две армии сейчас на Литву тупо пойдут, хи-хи. Так, остановимся мы у Польши где-то. Где-то у Польши мы сейчас остановимся, вот тут вот. И сейчас будем смотреть, что тут. Кстати, Польша и Литва не объединились, да, походу? Да. Что-то я... Чему я удивляюсь вообще? Не благодари. Как там? Брауншвейг. Вообще не благодари. Вообще не благодари. Чисто от чистого сердца. Ребята, вы зачем в одной провинции-то идете? Тихо, ребята. О, кто-то сейчас огребет немножечко. Оп. Так, трешечка. Литва, ты не передумала? Я к тебе на всех парах. Все ребята скажут, ах, зарождение колониализма. Бургундия. О, говорю, блин, Бургундия. О, почти уже все. Колониализм, внимание, о чем я говорил? О чем я говорил вообще? Про что я вообще? Так, исследователь готов. А, опять у нас админ очки переполнились, да? Ну, давайте что, исследуем, а что нам, пацанам? Что нам, терпет, терпет. Так, производство нам плюс дали, да? Ну что, поехали, поехали осаждать. Или кто у нас? Вот этот челик на... Или что? Вот этот челик на осаду, да? А ты куда пойдешь? Непонятно, да? Литва? Как себя чувствуешь? Как настроение? Как жизнь? Как сама Литва? О! Вот это да, все. Литва минус. Литва отлетела. Так, и только Неаполь у нас, но Неаполь 1% занимает, да? Бургундия, теперь Бургундия. Ой. Теперь Бургундия. Развитие флота, подожди, линейный корабль, диптехи. Что? Неважно. 10 лет всего. Так, а что у нас в СРИ сходит? Вот это входит? Вот это, ну это нам не особо-то и нужно, на самом деле, вот это вот. Смотрим, пятачок. Пятачи, ничего не можем брать. А, yeah, like who. Три провинции. Коалиция просто сумасшедшая.
Дикая, просто сумасшедшая коалиция. Ну а что нам, пацанам? А что нам остается, правда ведь? Правда? Что нам остается? Мы не гордые, что? Мы просто не гордые. И денежки только получим. Французский вассал, претензии, унижения, договоры, арагоны, державы. Тихо. Держава. Я хочу, допустим, державу новую сделать. Бар, Брабант, Голландию хочу, Льеж, допустим. Так, возможно, мы сейчас и так грязи наделаем. Прованс. Ну, видимо, нет. Видимо, Пикардия, смотрите, можно, да? Фландрия, Фландрия. А Фландрию Пикардию я бы две сделал. Можем что-нибудь типа Пикардии и еще что-нибудь крутое. Крутое, говорю. Нет. И провинцию. О, господи, сложно сказать. Пикардия, блин. Гарантии у нас нет уже, да. У нас тупо ничего. Да, мы это... Дания правопрохода к 100. А вот теперь есть все. Делаем, значит, грязь такую. Внимание. А мы можем, кстати, из этого побольше сделать, да? Не можем. Вот так вот мы хотим сделать. Вот так вот, возможно, или вот так вот. А. Где тут больше? 11, и они равноценные. Так, нужно... Сейчас я разберусь и уже конечный результат вам покажу. Ну, наверное, так и сделаем. Этого ребятенка мы сейчас под свое крыло попробуем. Нужно обязательно это сделать. Не то, что попробуем, а обязательно нужно так делать. Значит, коалиция тут никакущая. Просто Бургундия, конечно. Что? Что? Что ты делаешь со мной? Это Бургундия будет возникать, да. Вот так вот делаем. С Бургундии вот так вот делаем. Пикардия. Самое внимание. Пикардия, да? Дипломаты. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Как мою гарантию можно сделать? Простите. У нас 15 лет ненападения, да? Гарантировать независимость. Вот. Подожди, а если мы аннулируем гарантию, то у нас все равно будет перемирие, да? Я просто гений. Подождите. А если мы хотим вассалом его сделать? Считает, ну ясно. Пикардия член 3. Ясно. Загрузочку сделали, пожалуйста. О боже, что происходит? Ух, кто-то умирает, подожди. Зазвался новый правитель, наследник трона. Фу, боже, храни наследника. Претендент. Так, мы сейчас не с этим хотим разобраться. Мы хотим разобраться с Бургундией. Так, друзья. Раз уж мы тут терпим насилие над животными, то есть над нами, мы хотим вот так вот как-то сделать. Вот так, нифига, мы тут чисто-то закрутили. Фу. Солидно, подождите, а если мы так хотим сделать? А так только две провинции. Так, против нас дичайшая коалиция. Дикая просто, дикая. Вот так вот делаю, наверное, две провинции вместо четырех, потому что столица, да, все дела. Или все-таки... Или все... Нет, это просто дичь. Или так, фу, не знаю. Давайте, может быть, так, кстати, тоже солидно выглядит довольно, да? Ну да, деньги тут не помогут. Ну что, делаем так, коалиция просто страшная. Бенч, все, посолиднее мы так выглядим теперь. Франция. Это мы разрушаем. Это тут нормально, да, бургундская. А, кстати, восстаний-то нету, а потому что у нас тут претензии дикие. Боже, храни наследника. Так, и, разумеется, Арагорн. Ну, может, хотим вот это, островочек. Что там по коалиции? Бургундия, минус 10. Тю, а что это? А вы о чем вообще? Может, Мальту? Я сейчас буду прикалываться, что? Давайте Мальту, что ли? И за что мы воевали? Минус 10. Ну чё, нормально я так придумал, а? Да и провинции занять. Чё ты мне предлагаешь? Примус? Пикарде? Не, отклоняй. Может, пару новых держав? Ты не хочешь, нет?
Как там к этому Кастилия отнесется? Мальорка, смотрите, Сардиния можно сделать. Арагорн так-то. Или Неаполь независимым сделать, а? Стой, подожди, это 200 будет стоить для нас? Солидно, нет, так твой нам не надо. Из-под вассалитета. Ой, интересно, интересно, девки пляшут. Сосори. Давай ты с Литвой больше не будешь в союзе, хорошо? Давай ты... блин, ну такие независимые фигни нам вообще зачем это нужно? Для чего? Для кого? Мы начинаем КВН. Для тритушки, тритати. Давайте так, что денежки зато получим. Что еще можно? Репарации дайне. Торговое влияние. Все солидно. Зачем нам торговое влияние в этом регионе? Не знаю. Ну все, поехали. Бенч готова. Хоп. Хоп, тут у нас крепост. Крепост можно снять, наверное, отсюда крепост. Каталанская культура тупо. Не наша. Регион не наш, но зато красиво выглядит. А что? Вопрос какой-то у кого-то. Мальта наша. Прикольно, да? Мальта. Теперь мы знаем, что тут происходит. Беспорядки ноль. Почему? А теперь есть беспорядки. Понятно. Так, мальтийская культура это... Не признана во Франции. Мальтийская культура это вообще о чем? Это про что? Это итальянская. А это испанская. Ну, мы дикари. Так-то. Ну что, убираем тут крепость. Убираем. Ну и живем. Как бы здорово жить, здорово жить. Вот так вот, возможно, стоит сделать. Сверхрасширение. Бенч. Очков у нас навалом, как бы. Защитником веры можем стать. Зачем нам это? Боже, храни наследника. Так, в Берри, Берри. Знакомое название. Берри, Берри, Берри. Найдите мне Берри. Вы видите где-нибудь Берри? Вот она, Берри. Берри. Поехали в Берри. Ох, коалиции полетели. Так, совсем я забыл. Ребятки, сейчас нас будут уничтожать. Все три советника суда. Берри, храни наследника, боже... Вот так вот делаем, и мы их разваливаем, нет? У нас тут на подстраховочку я тут поставил, да? Ну, более или менее. Бенч, бенч, еще какие-то фанатики, господи. Вот так вот делаем. Так, коалиция. Союзик, Кастилия. Так-то нормально у нас союзик. Ну ладно, будем как-то пытаться выживать. Национализируем все, что национализируется. Способности вообще плевать, хоть вот это, хоть столичная область плюс. Идея. Дипка. Дипка, давайте дипку идею. Лимит флота плюс. Фу. Доходы от налогов. Фабриковать претензии в колониальных регионах. Что это значит? Это значит, я могу его сейчас обломать? Нет? Не могу, ну ладно. Ох, сейчас как мне тут дадут по рогам за агрессивку. Фу, бег буду помнить. Давайте как-нибудь вот так вот сделаем. Капец, у нас армия 26 монет есть. Ох, есть, есть. Нормас. Так, теперь у нас король, между прочим, знаете кто? Шарль. 6, 7, 8. 8 де Трастамара. Фу. Ребята, вы как себя чувствуете? Вы, ребята, знаете что? Вы сходите, поэкспедируй. Тихо, что случилось? А флотоводца нет. Жалость-то какая. Да нам и не нужен этот флотоводец, на самом деле. Вы, ребята, охотитесь. Нет, отмена. Торговлю защищайте, что ли? В Бордо. А Валенсия что? Валенсия, да. Хохма-то какая. Мы тут... Арагон нам все передает, да? Мы зарабатываем здесь двушечку. Получить прибыль. Солидно, двушечка плюс. Да, и уже госреформа сейчас будет, да? Прикольно. У нас нету какого-то типа лимита. Тут был какой-то новый. Лимит управления нет. Нет, так нет, что? Государственный ранг. Техи. Ну что, все армии у нас пришли. Раз, два, три, все солидно. Так, лимитик у нас все, типа, повысился. Что у нас тут? 11-4-1, 11-4-1, 13-2, 2.
Ну, давайте пару пушечек вот так вот сделаем, чтобы было везде по две пушечки. И лимитик у нас завершен так. Солидно. Теперь мы, наверное, сейчас будем заканчивать, закругляться. Тупо закругляться. Мы можем даже вот так вот сделать. У нас просто дикий плюс будет. 16+. Колонии у нас потихонечку, очень медленно, но растут. Санта-Лучия. Санта-Лучия, Санта-Лучия. Санта-Лучия, Санта. Карибы. Португалия. Насрать вообще, мы бандиты вообще-то. Мы бандиты. Так. Северную Америку точно нужно еще пойти. А вот такие мы бандиты. Вива ля Франс. Вива ля Франс. Как там? Эгалите, претерните, фратерните. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. В следующей серии, надеюсь, мы также успешно поборемся с Бургундией и поборемся за колонии. И поборемся за все земли. И поборемся с вассалами. И с коалицией поборем. Короче, у нас куча всяких штук. И вот это еще нужно принять. Нас тут только хотел сказать, на лету хватает. Все. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели. Как-то так.